Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1446. События дня. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 28 ноября 2019 года. Ну и печатается обращение по помощи, чтобы человеку кто-то нашелся богатый, помогли купить комбайн, труженик, настоящий, безобманный. Вот даже показывается, где они живут, что делают. Новый комбайн. Он кормит людей многих. Ну и дальше посчитайте все. Затормозите и можете просчитать. Вот надо считать здесь. Это у нас переписывается, называют свой чат. Не люблю это слово, содружество, так назовем. Так, закрепляйтесь на этом. Это краткая переписка. Что день? События дня. Володя вчера хлеб пёк там у Игоря Добунова. Привез, а там мы тоже сняли, показали. 6 кирпичей, называем, в формах. А вечером он тут купил пенопласт. И сейчас под полом заделывает. Оказалось, бревно одно сгнившее. Ну, пока хотя бы как-то там задержать холод. Земля промерзла. Это немаловажно, он там в пыли сам один делает это. Батюшка позвонил, вчера событие в Потеряевке было. У Любы там на крыше загорелось все. Там какой-то боровок был сделан из гипотрубы, и там доска лежала, и она загорела. Как она могла лежать, доска? Не знаю, но загорела. Потушили все это. Что я каждый день занимаюсь голубями, слазить, покормить голубятни. Тут кормлю воробьев, я уже не знаю, наверное, до сотни слетается. У меня стол и 3 ящика коротеньких, и перед окном кормушка такая с большим ответвлением. Кошек тут еще, то есть, ну то, что свое здесь рядом. Я отвечаю на вопросы. Я встаю рано, вот в 1:00 ночи уже за компьютером. Пока на все вопросы ответишь, пока что. Потом утренняя в 4:40, все остальные встают уже. У нас моление утром идет по скайпу.
видно. А потом дальше занятия идут, насчитываются вопросы с моего сайта. Ну вот и все занятия какие тут. Я кое-какие ролики еще смотрю, чего где-то не видал. Недавно посмотрел «Наполеоновская война», 1812 год. И она смотрится как на один будто бы это фильм, а там два с лишним часа. Ну, ясное дело, там компьютерная графика, все, но здорово поставлено все это. Вот все на этом.